Пролог. 22 февраля. Правительство Москвы продает свою долю в Банке Москвы, банку ВТБ. Вице-президента ВТБ Михаила Кузовлева прочат на пост нового президента банка. И тут начинается борьба. Бородин возмущенно. Из-за деятельности ВТБ Банк Москвы недополучил 5 миллиардов прибыли. Член правления Банка Москвы Михаил Кузовлев спокойно слушал, как его банк упрекают в махинациях, и не вступился в защиту. Он нарушил корпоративную этику. Михаил Кузовлев должен быть отстранен от своей должности. Костин, спокойно. Я, как председатель Совета директоров Банка Москвы, не был даже уведомлен о проведении этого совета и ничего не подписывал. Если эти бумаги были сфальсифицированы, я оставляю за собой право обратиться в прокуратуру. И вообще, в Банке Москвы выявлено достаточное количество злоупотреблений в кредитной сфере, чтобы ими занялись соответствующие органы. Хор. Тревожно. Вскоре выясняется, что Следственный комитет хочет вызвать Андрея Бородина на допрос. Пока еще свидетелем по делу о хищении 13 миллиардов рублей из бюджета Москвы. Деньги прошли через Банк Москвы и оказались на личных счетах Елены Батуриной. Но следователи не успевают. Андрей Бородин уезжает в Лондон. Бородин, трагично. От всех этих событий у меня нервный срыв. Я на больничном. Но как только почувствую в себе силы, вернусь в Москву. Когда это будет, не знаю. Ну, пока Костин выжидательно молчит, хор продолжает. Следствие объявляет Бородина в розыск. Из свидетеля он превратился в обвиняемого. Его по-прежнему хотят допросить в Москве. Бородин, извиняющимся тоном. Болезнь затянулась. Я остаюсь в Лондоне. Руководство ООО «Банк Москвы» оставляю за собой. Рабочим местом президента «Банк Москвы», наряду с основным офисом по адресу Г. Москва у Рождественка, прошу считать офис, расположенный по адресу Г. Лондон и так далее. Все собрания проводим по интернету. Костин, насмешливо. Руководить из Лондона – это противоречит Гражданскому кодексу. Да и вообще, события последних дней показали, что претензии на управление банком из отеля «Джумейра» в Лондоне просто несостоятельны. Вообще у нас в Лондоне много любителей. Кто страной хочет поуправлять, кто банком. Бородин, патетично. Мое решение связано с тем, что в сложный момент для банка я хочу оставаться лидером, а не сторонним наблюдателем. Как только я получу от врачей добро, чтобы пользоваться услугами самолета, я вернусь. Костин. Сегодня на брифинге в Банке Москвы. У нас есть кандидатура на пост нового президента, и этот человек находится в Москве. Сегодня уже свыше 70% акционеров проголосовали за нашу кандидатуру, за кандидатуру Михаила Кузовлева. И, на мой взгляд, законных путей предотвратить избрание Кузовлева президентом Банка Москвы нет. А незаконных мы не допустим. А Андрей Бородин может оставаться миноритарием и наслаждаться этим. Бородин, со страданием. Я так не могу. Я продал пакет в 20 акций. Кому? Не скажу. Удовлетворения от сделки я не испытываю. Костин, удивленно. Мы не покупали. Хор. Занавес. В качестве эпилога можно добавить, Андрей Бородин заявил, что продал свой пакет акций, которым он владеет вместе с партнером Львом Алалуевым Виталию Юсуфову. Сразу после этого сообщения господин Алалуев сделал заявление в духе нашей пьесы. «Я болею, болею и ничего, совсем ничего не знаю про это». Конец цитаты. Еще похоже, что этой пьесы будет грустный конец, по крайней мере для Бородина. Час назад ему вручили постановление следователя о том, что он становится обвиняемым по делу о мошенничестве. Дождь. Optimistic Channel. Смотрите в базовом пакете НТВ+. Континент ТВ в ваших iPhone и iPad и на сайте tvrain.ru.